Как сделать пудровую головку? Я вам сейчас покажу один из способов. Сейчас моя бровь в процессе. Головку я специально не трогала, чтобы вам продемонстрировать. Мне нравится, когда начало очень легкие, сгорающие. И чтобы нам добиться такого эффекта, я делаю размашистые, разряженные движения на себя, как бы растягивая головку. Пигмента в дюзе немного. Использую диагональные движения, как солнышко. Закругляю верхний угол. И таким образом моя головка сейчас получится очень легкой, воздушной и пушистой. Существует способов много, это только один из самых простых способов. Пигмент начинает постепенно имплантироваться. И опять я повторяю точно такие же движения солнышком. На нижней линии можно сделать штрихи, прям укладывая на контур, чтобы нижняя граница была четкой. А наверх делаем диагональный штрих на вылет. Можно также использовать точечные движения, хаотично двигаемся и ставим легкие точечки. И где нужно, чтобы цвета было больше, просто укладываем штрих плотнее, можно маятником, можно по направлению на себя.